В микрорайон Парковый пришла лиса. Животное видели у дома по улице Мусы Джалиля. На этой съемке лиса спокойно гуляет по окрестностям микрорайона. Она совершенно не боится людей, которые стоят и снимают ее на телефоны. Слушай, а чего они так близко сюда подходят? Обалдеть! Как сообщают очевидцы, эта лиса часто наведывается в город в поисках еды для себя. Но специалисты рекомендуют не приближаться к таким животным, ведь они могут быть заражены бешенством.